А то сразу шмарозы. Я вам хочу сказать, что сейчас видела олимпиаду, тут родители вчера утром. Наше мероприятие посвящено великому грузинскому святому 20 века, преподобному Гавриилу Ургебадзе, который прославился не только в Грузии, но и по всему миру. В частности, в России у нас его очень любят, ценят. И как раз сегодняшняя наша встреча святоотеческого кружка, она будет состоять из двух частей. Первая часть, мы посмотрим, значит, в рамках первой части фильм о нем «Диадема старца», который недавно снят Константином Церцвадзе, это режиссер, вот, и представлен недавно широкой публике, в том числе и в России. И надо сказать, что он пользуется сейчас огромным успехом, большой популярностью среди русского зрителя. Вот надо отметить, что недавно они провели, по-моему, если не изменяет память, в московском одном конференц-зале, на выставке «Россия. Моя история», презентацию этого фильма. И, значит, несколько сот человек побывало на этой презентации. Самих авторов очень удивило это. И вот как раз в течение первой части мы посмотрим фильм по преподобному Гавриилу, который называется «Диадема старца». А во второй части мы поговорим с тем человеком, который его сам лично знал. Он был в гостях у преподобного Гавриила в его келье. Сам преподобный, да, подарил ему, как минимум, вот я знаю, одну икону, для него очень памятную. И даже один раз преподобный Гавриил был в гостях у этого человека. Зовут этого человека Давид Георгобиани. Он очень известный, можно сказать, во всем мире, как актер, потому что он играл в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, сыграл там одну из главных ролей художника Сандро Боротелли. Потом этот фильм, после выхода на экран, получил в 1987 году гран-при Каннского фестиваля. Вот, поэтому Давид очень известен широкой публике. Но мы, конечно, будем сейчас говорить не о его фильме, который привлек внимание к нему широкой общественности, но мы будем говорить о том человеке, благодаря которому фактически Давид Георгобиани пришел в церковь, пришел в храм Божий. Именно о преподобном Гаврииле, о великом святом, православном святом 20 века. И мы зададим свои вопросы. Вот у меня, например, меня волнует вопрос, как первая встреча сложилась, как она состоялась, потому что мне мало что известно о его общении с преподобным Гавриилом. И Давид, я думаю, что так как он сам интересный рассказчик, сейчас он уже отошел практически от актерства, он является православным общественным деятелем, миссионером, режиссером православных документальных фильмов, директором телеканала «ДРО», «Время» по-грузински, в Грузии. То есть он сейчас занимается православной проповедью уже много лет. И более того, он объехал весь мир и знал не только преподобного Гавриила, но и такого великого святого, также всемирного значения, как преподобный Паисий Святогорец. Вот, поэтому для меня очень важна эта встреча. Я считаю, что наша русская православная общественность, в том числе волгоградская общественность, она, конечно, должна больше знать о преподобном Гаврииле. И наша цель – познакомить волгоградцев с этим великим святым. Ну и не только волгоградцев, потому что я надеюсь, что запись нашей встречи будет выложена потом в интернет, да, и другие люди смогут ознакомиться с вот той очень душеполезной информацией, которую мы должны получить в рамках этой встречи. Я думаю, что да, у нас очень много святых и в Грузии, и в России, и в других странах, в Греции, и в других православных странах. Но почему именно с преподобного Гавриила, вот лично мною начата вот эта серия о старцах, которую мы собираемся продолжать. И, кстати, я сразу анонсирую эту серию, хочу сказать, что мы будем говорить о преподобном Паисии Святогорце, о современных старцах, о Ефреме Филофейском, о Власии Перегонцеве,
отца Ники из села Чихачева. Вот. Но я хочу сказать, что вот с моей стороны именно преподобный Гавриил, он выделился вот чем. Тем, что просто вот в свое время он меня исцелил. Это было чудо, которое я не забуду никогда. У меня единственное такое исцеление было в жизни. Были другие чудеса, но исцеление было одно. Это первое, вот одно из таких факторов, один из факторов немаловажных. И второй фактор, я думаю, который меня сподвиг, помимо моей любви к преподобному Гавриилу, это моя встреча через моего друга Давида и знакомство с Давидом Георгобьяном. Встреча, она была заочная, и знакомство заочное. Мы продолжаем это знакомство уже довольно давно с ним. И поэтому я решил воспользоваться таким случаем, который явно был по промыслу Божьему. И благодаря этому общению рассказать именно преподобному Гавриилу. Рассчитываю, что аудитория будет разная. Мы специально в этот раз сделали оповещение гораздо более широкое, чем обычно, потому что если первые наши встречи Святоотеческого кружка, их было 13, они были узко освещены, и в том числе из-за того, что все-таки для меня это новый формат, новое поле деятельности, да, и мы сейчас только отрабатываем методику, отрабатываем содержание наших занятий. Но вот эта встреча, она была более широко освещена в СМИ, в волгоградских СМИ, потому что хочется, чтобы о святом Гаврииле узнали все, вне зависимости от того, сколько им лет, какого они пола. И даже более того скажу, что даже рассчитываю, что будут люди малоцерковные или же вообще, может быть, даже не крещенные, которые через преподобного придут к вере, придут к воцерковлению. Вот поэтому ожидания от встречи очень великие, большие, и упование у меня большое, огромное, на молитвы преподобного Гавриила, потому что я рассуждаю вот сейчас, подумал так, что если он даже меня исцелил, что физически исцелил, то что говорить о духовном исцелении людей, которым он занимался всю свою жизнь? Конечно, он поможет духовно нам еще больше, чем физически. Преподобный учитель Гавриил, моли Бога о нас. Специальное оповещение для грузинской общины не делается, то есть просто общее. Если бы было оповещение для них специальное, кстати, не действует на них, то это вообще, мне кажется, они все сразу заняли здесь. Надо было другую аудиторию выбирать. Ну, добрый вечер. Исполняй сокровища благих и в жизни подателю. Приди, вселися в мы и очисти мы от всякие скверны, и спаси блажен души наша. Информация вводная. Значит, наше сегодняшнее мероприятие, кстати, я думаю, чтобы всем видно было, наше сегодняшнее мероприятие, посвященное преподобному Гавриилу Ургибадзе, будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена просмотру фильма, который называется «Диадема старца». Фильм снят недавно и был показан публике в Москве. Встречен очень тепло, огромные залы собирали, в том числе в рамках выставки «Россия. Моя история». Вот недавно смотрел, значит, презентацию эту. Вот. И этот фильм, он снят по благословению святейшего патриарха католикоса грузинского Ильи II. Снят очень хорошо, качественно и, самое главное, теми людьми, которые очень любят преподобного Гавриила и его почитают, и знали его при жизни. Это первая часть. Вторая часть будет посвящена нашему общению
о жизни преподобного Гавриила с известным грузинским православным общественным деятелем Давидом Георгиевичем, которого вы можете знать по самому главному фильму его жизни «Покаяние», названному Гавриилом, которое состоялось у него, по-моему, в 80-х годах. И через это знакомство сам Давид пришел к Богу, пришел к церкви. Вот, ну, больше я ничего не буду говорить, разве только что представлюсь, хотя, может быть, нужно было это вначале сделать. Меня зовут Злобин Максим Анатольевич, я являюсь аспирантом Московской Духовной Академии по благословению священноначалия, веду Святоотеческий кружок вот на базе нашего Царицынского православного университета при нашем монастыре, Свято-Духовом монастыре. Вот, если вам понравится наше сегодняшнее занятие, наше сегодняшнее общение, я хочу сразу сказать, что я хотел бы, чтобы вы получали оповещение, как мы это делаем постоянно, слушателям нашего кружка, мы даем рассылки по СМС или по электронной почте и оповещаем о наших следующих занятиях, которые будут посвящены старцам, в основном современникам нашим. Вот, мы уже сейчас вот начинаем переговоры о том, чтобы провести мероприятие, посвященное Ефрему Филофейскому, это известному старцу на весь мир. Он подвязается в Аризоне, и один из моих друзей имеет выход на этот монастырь. В США он находится. Вот, значит, еще в планах серия передач о старцах, о отце Власе Перегонцеве, есть выход на его ученика. Вот, ну, я сам, по милости Божией, в том году был у него, с ним встречался. И еще есть также у нас желание, большое желание сделать передачу сделать мероприятие о преподобном Паисии Святогорце, которым весь мир восхищается, его очень сильно любят. Вот. Ну, это из ближайших наших планов. Теперь давайте посмотрим фильм и перейдем к нашему гостю из Тбилиси. Ощущали обилие Божьей благодати в нем и приходили к нему
за молитвой и советом. Юродивый старец стоял непоколебимо на вершине любви, поэтому грузинский народ назвал его священной любовью и чудом 20 века. Поведением мальчика в семье не могли смириться. Мать. Это, вот знаете, он плакал, как маленький ребенок. Он думал, что этот ребенок больной. Никто не мог понять его. Мать Кадерзи сожгла Евангелие, после чего Гавриил принимает решение уйти из дома. Мы все понимали, что он был необычным ребенком. Питание Маткопи Зедазени Сантаро. Старец Гавриил очень любил монастырь Санта-Бро и часто молил Богородицу даровать ему обитель на этом святом месте, прежде чем он покинет земную жизнь. Как мне хочется каждый день посещать свою церковь. И вот такая благодать на него пришла. Он пришел, и вот во время строевой службы его вызвали, он требовал изучения того материала, который хранилось в церкви. Вот он оттуда пришел, уже подготовленный священнослужитель. Домовый храм представлял собой очень необычное зрелище. В этом доме хранились всевозможные предметы церковной утвари, и лампады, и кресты. В том числе он собирал утварь из тех храмов, которые тогда закрывались в Грузии, и хранил в своем доме этот дом. Я бы размерла, как она выглядит сегодня. Весь материал шел из храма. Сказал, это была Пресвятая Богородица.
обособленно. Если кто вступает в беседу, непременно напоминает о Боге, ангелах, об иконах. Он рассказывал, 15 часов происходило, а мне говорят, 12 часов ночи, когда уже никого не было в кабинетах, и они оставались одни, они, говорят, поднимали и просили. Начинал хорошо, Божьей благодатью, Божьими словами. Вскоре домик, столь все начали молиться. Главная заслуга старца Гавриила состоит в том, что он смог сохранить в те сложные и трудные времена православную веру. У меня было, конечно, не раковая болезнь, да, но тем не менее, у меня болела голова недели две, трещала просто страшно. И приехал на Кристину в Москву, у меня друг Давид, через которого мы как раз с Давидом Георгобиани познакомились. И у меня трещала голова, я должен был покрестить дитя. Вот, и настолько плохо было, что думаю, хоть бы мне все произнести нормально, вот то, что должно, обеты, да, крещальные за ребенка. Вот, и сидел в таком состоянии, и Давид, мой друг, говорит, слушай, давай я тебя помажу маслом от преподобного Гавриила Ургибадзе. Вот, я говорю, давай. И пока он мазал, я молился тоже. Вот. Ну, это буквально было несколько секунд. То есть он мазал, я молился Господу Богу и преподобному Гавриилу. Через несколько секунд все прошло. Все прошло. И я думаю, сейчас там через несколько часов опять начнется. Вот. Потому что перегрузки были, недосып там, и так далее. Ничего не было. Где-то полгода или год я вообще не болела голова. И с тех пор так не болела вообще. Вот. Вот это чудо сам на себе испытал. Слава тебе, Господи, слава тебе. Преподобный отче Гавриил, благодарю тебя за твои благодеяния ко мне грешному. Вот это то, что мне нужно было сказать. А еще я хочу вам сказать, что вот эти две иконочки, прошу не проходить мимо преподобного Гавриила, одна большая привезена из Грузии моим другом, он мне подарил, а вторая верхняя маленькая икона его же, это мне подарил старец Власий Перегонцев, он мне, когда я у него был в августе месяце, вот он мне подарил эту икону, так что прошу не проходить мимо, а преклониться, поцеловать. Вот, давайте теперь выйдем на связь с Давидом, с Давидом Георгием. Так. Да, связь может быть не очень хорошая. Он все-таки русский язык не родной для него, поэтому вы или же очень медленно говорите, или лучше мне говорите быстро, а я буду ему медленно, разжеванно, так скажем, передавать ваши вопросы. Да, Давид. Добрый вечер. А вы можете видео включить? Я вас сейчас не вижу пока. Да, сейчас сделаем вас видео. Ага. Туда? Да, Давид, приветствую вас из Бога спасаемого града Волгограда. Вот. Приветствуем в вашем лице всю святую грузинскую землю, которая является уделом Матушки Божией. Благодарю Матушку Божию, которая Матушка Божия, спаси нас. Вот как раз икона ее чудотворная, да. Да. И у нас, значит, сейчас аудитория полная. Я даже сам не ожидал. Я предполагал, что будет много людей. Но не предполагал, что будет настолько много, 40 с лишним человек. Мы
фактически полностью заняли аудиторию. Вот. И это еще, прошу заметить, без целевого оповещения грузинской диаспоры. То есть мы вашим собратьям не говорили целевую, как бы, ну, потому что они бы еще все заполнили. Вот. В следующий раз. Это может быть в следующий раз. Итак, первый вопрос, Давид. Я хотел бы начать, а потом с вашего разрешения люди продолжат. Хотелось бы узнать, как вы познакомились с преподобным Гавриилом? Как состоялась эта встреча? Ну, это было очень давно, ну, за 30 лет назад, наверное, да? В Тбилиси. Ну, просто все состоялось около храма Святой Варвары, где он жил, отец Гавриил, и где построил домашнюю церковь. Пятикомнатную, скажу так. С 12 куполами, которые три раза разрушили вас и его. И вот три раза вот эти купола остановили уже не 12, в конце уже остались немножко, не несколько купол. И мы пришли там к отцу Гавриилу, ознакомимся с ним. Это был ночью, вечером. Темнота уже там под ночным освещением, скажем так. И он нам дал книгу, старую книгу грузинскую, молитвенную книгу. И мы должны были эти молитвы молиться, то есть благословение было на молитве принципе. Мы были молодыми, и самое главное, что было то, что он нас благословил, а потом прошли годы, и я понимал, что когда мы молились очень как-то легко, и сладостно, и не ходили по всей Грузии, чистили старый храм и так далее, как будто все нас помиловало. Мы думали, что это местами работа, то есть Господь нам прямо нам помогает. А оказывается, по молитвам, когда остался Гавриила, у нас получался очень много, вот как раз на этой ниве, очень благодарно и очень радостно эти дела. Тогда брошены были храмы, народ не особо там ухаживал, церкви, понимаете? Это была первая встреча. А это в каких годах было? И кто ваши спутники были? Ну, там два человека не были, это не важно. А годы были, где-то я скажу вам, после фильма «Покаяние», когда я вышел из кино тоже. Ну, скоро, вот где-то в течение года, это был 85-86 год, может быть, вот так. То есть советское время еще было, да? Да, да, да. Тогда мы печатали Евангелие тайком, мы распространяли, не было нельзя было купить Евангелие. Да, да. Но взяли. Да. Вот такие времена были. А вы запомнили? Ну, этот Гавриил родствовал, люди не понимали, кто он, потому что он не давал понимать такой степени, что потом, чтобы не хвалили его. Да, да, да. Он тайком, юродствовал, делал все добрые дела. Вы запомнили какие-то особые слова, которые он вам сказал? Как эта встреча на вас повлияла? Ну, знаете, я запомнил то, что после этой встречи, ну, получил как будто вот веру, сильную веру Господа, любовь. И желание, и возможность ходить по стезям Христовым, то есть это в атеистический период. Тем более, что тогда многие не понимали, как что а потом уже получил благословение, когда кое-что помнил на земле, да? Что значит, что мы будем на свою жертву в кино тоже, скажем так, принести. Немножко связь прерывалась. То есть основное, то, что вы получили от старца, это укрепление в вере, да? Вере и любви Господа, да. И любовь к Господу. Вот вы почувствовали вот этот дар, да? Да, 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 да. Что вы начали делать?
вот до того жил абсолютно по-другому, а когда повернулся от Христа 60 градусов, мне больше ни скоро, мне ничего не интересовало уже в жизни. Кроме Евангелия, кроме жития святых, кроме человеческих бед, гор, чтобы помочь им тоже чем-то, заодно помогая себе, чем могу, помочь и другим, чем смогу, скажем так. А вот эта помощь оказалась как раз в том, что раз я прочел Евангелие потом, чуть раньше читал, конечно, но потом уже более глубоко начал интересоваться Новым Заветом и начал распространять народцы, что они люди тоже читать Евангелие. Слово Господа. Да. Как письмо Господа всему человечеству. И вот в этих вещах, в главных вещах духовных, я ощущал силу, что кто-то мне очень помогал. И все время это думал, что только Христос, естественно. Но вы сами понимаете, грешный человек, так явно прямо от Христа, что получал, скажем, силу и помощи, как вы хорошо понимаете, чтобы не было сектантского духа, да, многие так могут думать, баптисты, да всякие, не православные. А я попозже, я помню, что это было именно через молитву непреподобного Гавриила. Да. Вот это жизненный какой-то помощник, который очень-очень рядом. И очень-очень его молитва мне помогает во всем, об этом я догадался чуть позже. Когда уже близко с ним познакомился, когда соприкосновение произошло уже с рядом отцом Гавриилом, был в келье, когда мы сидели с утра до вечера, потом размышляли, уходили домой, все эти молодежь вместе с друг другом говорили, что мы тебе говорили, помнишь? А что с тобой в это время было? Что ты думал? Врачи нам тебе сказали, то есть обо всем, когда мы начали потом уже на дороге говорить, это уже годами происходило. Да, я говорю это сейчас общими словами, так. Вот в этих периодах жизненных мы уже поняли, с кем мы имеем дело. Великим чудотворцем, но все равно потом человеком, который никак не дает возможность, чтобы мы хвалили его. Потому что тут же он так смирял себя, тут же он такое выдавал, что мы думали, что вы, это может быть сам грешный человек. Это знает земля. То есть знает он так делал, что мы должны думать параллельно вот тому режиме. То есть как этот котенок с этим скрытым мультиком, маленьким этим мамусом, мы с крысом играем, да, хорошим спистым. Как-то он с нами хорошо играл, но постепенно давал, что нам не хватало. У кого любви не хватало, у кого мудрости, у кого мясо из земли ближнего, у кого веры, вера была меньше. Он всех нас укреплял постепенно, очень медленно, очень разумно, очень мудро. Но главное, что мы говорим, что было самое главное слово, это было любовь. Это была невообразимая любовь человека к нам, чужим людям. Абсолютно для него чужим людям, каким-то пришедшим. Мы это ощущали, знаете как? Мы думали, все там одиночки, потом когда с другом разговаривали, мы все думали так, одинаково, что он больше всех любит меня. Да, да. Чувство было такое. Здесь мы не можем сказать, что кого-то больше любит, чем меня. Потому что мы не могли вообразить, которую любовь еще может кто-то еще кто-нибудь, то есть, как меня любит. Потому что как мама не любит, как папа не любит, и так брат не может любить, сестра такая, да? Да. Потому что он говорит, что он должен нам ощущаться. Да.
Я вас понимаю, кстати. Вот я когда у отца Вася был, у нашего старца, вы знаете, наверное, старца. Ну вот после этого я тоже вас прекрасно понимаю, что такой любви даже родители не дают. Хотя я его первый раз... Это самое главное, да, это самое главное. Только с Богом спасемся. Да. Да. Да, и насчет молитв тоже, тоже. Вот я понял, что многие события в моей, допустим, жизни вот по молитвам старцев были. Когда я просил молитв, и потом оказывалось, что действительно вот такая же ситуация, как у вас, когда абсолютно развернулось сердце, изменилось из мира, оно перестало, ушло из мира и вошло в духовную жизнь. Так, может быть еще, давайте вопросы, а то мы вдвоем в основном говорим. Кто еще? Давайте, мои хорошие. Нам интересно вас слушать. Да? Ну, Александр, покажи все-таки, да, сейчас, видно, сколько людей. Сейчас, Давид, я вам сейчас покажу зал, вот, поэтому немножко пауза. Хорошо. Вы видите? Нет. А вот сейчас вы видите, да? Сейчас точно видно. Вы видите, да, но мы вас не видим. Да, да, да. Да, слышно, да. Слышно, очень рад, что я вас обрел сегодня. Ну, вы хотите, как у вас возникают еще вопросы, вы хотите, я буду с новой книги отца Гаврила, который выпустил в недавно в Москве, и у меня выпущена вот такая книга, сейчас вы покажете, вот видите, как да, 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 видим, видим, да, да, видим. Вот такая вот книга. Нашим старым Гаврилом сердце полное любви. А вот Малхаз Джимурья. Малхаз? Малхаз, брат Малхаз, я познакомил нашу Гаврилу. И вот потом уже меня отходил от него, и Господь ему дал дар за меня небес. Что он говорил? Он просто наизусть все запоминал, самый коридор, когда освещается, понимаете, чудо было такое. И потом он создал эту книгу, и вот там в Москве недавно напечатали эту книгу. И хотите там что-нибудь из этой книги вам, да, скажем, про что, может быть, за последние времена, скажем так. Давайте. Потому что этим вопросом многие интересуются, и много каких-то для него каких-то вопросов могут получить друзья ответы. Да, да, очень интересно. Это, возможно, займет 10 минут. Да. Не знаю, если у нас с вами еще потом останется же. Нет, конечно, есть время. Есть время. Мы вас... Давайте, я прошу вам, я смогу. Да, да. И мы потом будем разговор продолжать. Там хотите так, да? Да, да. Давайте. Господи, мы вам оставим. Благодарим очень Гаврилу и исповедника. И вези мою Бога у нас. Между нами Господь. Значит, заглавие этой главы – пророчество о последних временах. Так вот, что все. Пришедший к старцу Гаврилу Ульяну, чувствуя благодать святого места, с сожалением говорили, как легко быть монахом, спокойно живется, согласно мне в монастыре, ниже живущим миру, каждый день ожидаем несчастья и натыкаемся на множество препятствий. Отец Гаврил отвечал им, как же нам, кто же разделил для Господа монашество и мир? Человек безустанно должен стремиться к Господу, пусть он беремен или монах. Кто же полностью достигнет совершенства, этим стремлением спасается? С монаха спросится монашеское, а с мирянина – мирское. Вот я послушаю Господа. А ну-ка попробуй воспротивиться Господу в чем-либо. Знаешь, как трудно, когда Йона ослушался, его проглотил кит. Самый большой учитель – Новый Завет. Более великие книги, чем Новый Завет,
не написано ни на небесах, ни на земле. И самый большой наставник – Господь Иисус Христос. Все есть в Новом Завете. Цель – там обо всем написано. А в последних временах старость – говорит. Теперь уже последнее время. Как готовому обеду нужно малое время, чтобы залипеть. Так оно уже близко. Как ни старался, не смог разгадать имени Антихристова. Господь милость увидел Божьего ангела. Явился он мне и сказал, ни один человек не раскроет эту тайну. Иди, говори, я напишу тебе его имя. Так Божий ангел сообщил его имя. Это же вас не касается, а в людей еще сокрыто. Для того идет, кто ждет его. При получении печати даже силы не применит нельзя. Все будет добровольно. Бумага все стерпит. Главное, на правую руку не глядь чьи. Будьте осторожны. Такое время идет. Землю есть будете. Бабу святых пророков Еноха и Ильи с Антихристом по телевидению покажут. За грехи землетрясение будет. Грузию сначала русский танк войдет. Для вооружения народа. За продажу и потерю территории Грузии все наказаны будут, в том числе и Россия. В конце надо Тбилиси. Перевернулся. Да, наверное, ничего не видно. Помилуй, Богородица, страну нашу.
вскоре восстали Грузия в границах от Никосии. Никосия — это настоящий город Туапсе. От Никосии до Дербента. Дербента — это в Азербайджане Дарбан, старый название. Можно перевернуть еще, да? Переверните, пожалуйста, экран. Экран переверните, а то... Сейчас. Да ничего, ничего. Это техника. Тогда надо было через целую низу, да, еще... Вот, все, вот так лучше. Да. Сейчас. Да, хотел, в общем, резюмировать, да, может быть, кто-то не слышал, да, преподобный Гавриил говорил о чем? О том, что в последние времена начнется чипизация. Мы, к сожалению, подошли к этому почти вплотную. То есть сейчас второй этап, уже вы, наверное, слышали, начинается биометрическая выдача биометрических документов в России. Я немного комментирую просто, а потом, может быть, вы тоже прокомментируете, какая ситуация в Грузии сейчас. У нас с летом уже начинается сбор биометрических данных. То есть, если вы открываете счет, если вы открываете что-то в банке, какой-то продукт, вы должны сдать свою информацию биометрическую. То есть сетчатку глаза или голос, или отпечатки пальцев. Это очень опасно. Почему? Да само по себе это, конечно, не означает отречение от Христа. Потому что пока нам не говорят, веруешь ли ты во Христа или не веруешь, пока не спрашивают. Но то, что с нас собирают данные, которые потом будут использованы не только государством, но и банками коммерческими, а которые, к сожалению, связаны с Западом, да, и с антихристианской системой вообще, это уже говорит о многом, о том, что скоро, если так дальше пойдет и будет собрана полная база данных на всех, то потом начнут говорить, вы теряете карточки. Зачем терять карточки, когда можно чип поставить вам в лоб или в указательный палец, в руку? Давайте еще лучше сделаем, ну это они будут так говорить нам всем, да, через несколько лет буквально, что терроризм, что подделывают карточки эти, да, и так далее, а палец ваш не подделаешь, лоб не подделаешь, в котором чип, и потом начнется постепенно вот это чипирование. И вот преподобный Гавриил говорил, что чип принимать нельзя уже, то есть под любым соусом, даже когда нас пока не будут вынуждать отрекаться от Христа, чипироваться уже нельзя, потому что это означает, что мы превращаемся в биоробота. Это не просто карточка, которую я могу взять, могу выкинуть ее сразу. Вы же палец не будете отрезать или лоб себе вырезать. Еще неизвестно, как это все будет действовать, да? Потому что, как говорит нам Писание, тот, кто уже примет печать Антихриста, он не сможет противиться этому. У него уже мысли не будет мысли там что-то от себя уже отрывать, даже палец там тоже, тем более во лбу там, да? То есть не сможет уже даже верить по-настоящему. Вот в чем проблема. Сейчас там изображение, наверное, идет? Нет, опять перевернулось. Я думаю, да, подальше его надо поставить. У вас, наверное, гироскоп работает, это автоматически ваше изображение. Вот, Давид, я хотел бы у вас спросить, какова ситуация с этим сейчас в Грузии, вот с биометрическими документами? Что у вас происходит? Там пока ничего не видно на экране, я могу ответить, да? Да. Нормально сейчас, уже нормально. Нет, опять назад. Вот так. Да? Да, да. Можно, да? Да, хорошо. Ну, у нас есть чипирование документов, маленькие такие, быстро паспорта, и загруженные паспорта тоже из биометрии. То есть уже у них это... А у меня старый, лично у меня старый, не боимся, что мы достигли какие-то успехи,
Да, да, да. Успехов Байсуги через суд, через апелляционный суд, день юстиции заставили, они дают старые паспорта на 6 месяцев. А через 6 месяцев что будет, это еще не знаем, еще надо посмотреть, потому что несколько человек уже через суд прошли и получили вот эти старые паспорта без щита, без биометрии и так далее. Давайте сейчас продолжим все-таки, да, вот я отзвоню, что говорим, потом продолжим наши разговоры. Да, давайте. Когда Игорская икона, там, в общем, чем же заслужил, чем же заслужил сегодня грузинский народ, что такая Божья благодать не сходит на него? Когда Игорская икона Божьей Матери покинет святую гору Афон, раздался колокольный звон, храм явно склонят гору купола, поклонятся царицы неба и земли, и все это будет показано по телевизору. Это будет великая милость Божья, чтобы мир улица. Во времена Антихриста нечистые будут поставлены 666 западней для людей. И среди них самый большой западней будет та, что человек станет ждать спасения из космоса. А ты наполовину? Но на самом деле это будет еще одна видоизмененная форма зла. Во времена Антихриста воцарится большая нужда. Верующий будет надеяться на Бога, и он не посланник для упования. В последние времена Господь с такой чудо пошлет своему народу, что одного лепестка будет хвататься на месяц. Земля же не исчезла. Перекрестись и будет хлебом. Если не хотите получить печать Антихриста, о нем ее насильно поставлен, что тогда поможет нам, спрашивают. Например, если девицу изнасиловали пред Господом, она остается девицей. И во времена Антихриста будет так. Антихрист в Грузии престол не возведет. Здесь меньше преследований будет по сравнению с другими странами. В Новом Завете написано, что всюду будет гонение, и горе тому, кто изменит Новый Завет. Придет время, и в горе придется увести, только сами не держайте. На то, что нечистый со скали сбросит, и легко победит вас. К группам надо выходить в леса, в горе. Спрашиваю, когда нужно выходить? О чем вы думаете об этом? Дух Святой сам приведет вас. Для христиан самой большой мукой будет, когда сами увидят у лица, а их близкие получат печать Антихриста. В последнее время и сторонники Антихриста станут осенять себя крестом. Войдут в церковь, будут проповедовать о 10 заповедях. Но не верьте тем, у кого нет добрых дел. Не бойтесь, главное не поставить сейчас на руку или на голову. Страшное время настанет, когда и хлеба не будете у того человека, кто печать поставит. Пока еще ничего, дальше будет хуже. Верующие в Господа узнаете по их делам. Не дождетесь Антихриста, но не будет уже великих святых отцов, которым можно прийти за советом. Когда ходишь к разным врачам, не находишь исцеления, то же самое будет, когда обратишься к советам многих отцов, расслабляешься и не получишь исцеление души. Священство кровью очистится. Когда духовно трудно станет, обратитесь к Новому Завету Иоанну Крестителю. У него до 30 ступеней все написано. Все описано. Видел явление. Иоанн Лестничник, 30 ступеней его. Да. Сейчас он продолжает этот Гавриил, говорит, видел явление. Господа видел. В руках земной шар держал. На земном шаре был большой крест.
пророчества. Послышался голос: «Последние времена смирения, доброта и любовь спасут людей. Любовь – живое существо, умирающее без добрых дел». Представляете мои слова? Любовь – живое существо, умирающее без добрых дел. Мощно, мощно. Любовь – та единственная сила, с которой человек сможет выдержать соблазн Антихриста. Половина ада уже на земле. Антихрист стоит у ворот и пытается ворваться. Вы дождетесь Антихриста. Антихрист на всей земле воцарится, и всюду будет гонение. Грузия, избранница Божьей Матери, она покроет в ней, и в Грузии будет меньше расследований. Только не оставайтесь поодиночке. Собирайтесь по 10 и более человек, чтобы помочь друг другу при расследовании. Когда станет трудно, не ругайтесь. Я приду и помогу вам. Только вы меня не увидите. И раньше думали, что пришел Антихрист. Но раньше не было признаков. То, что войны были, это не было знака. Тогда не было знамений на небе и всеобщего отступничества. Всеобщего отступничества. Отступничество равноценно еретичеству. Скоро весь мир объединится числом Антихриста. Последние времена не смотрите в небеса. Поскольку такие чудеса произойдут, что можно проститься и погибнуть. Антихрист рожден, его печать не только невидима, но и видима будет. Для него уже готовят трон. Каждого человека опишут и внесут свой список. Никто не сможет без этого жить. Земная власть перейдет в их руки. Любой продукт обозначают своим знаком. Сначала линиями, затем ясно, явно. Эти линии уже знак Антихриста и тайна зашифрованы от режиссеров. Не пугайтесь, просите молитву, приносите такой продукт и так принимайте. Только слово и дело, предложение демонам не принимайте. Какими бы добрыми они ни казались. Не то ему к капкану попадете и погибнете. А это дьявол. Знает ли он сам, что он Антихрист? Он-то знает, а догадался ли вы? Ты. Помни, за Антихристом тот пойдет, у кого только в разуме вера. А тот, у кого вера в сердце, распознает его. Очень важные слова. Можно остановиться на этом месте? Очень важные слова. Ведь все сейчас почти верующие. Вот, почти... Скоро кончается, да? Да, почти все верующие сейчас, да? Но в основном на кончике языка, к сожалению. То есть номинально, формально, крест носят в разуме вера. Вот он говорит, тот, у кого в разуме вера, то есть только интеллектуально, тот, кто знает, да? Много знает, да. Ничего не делает. И у того человека, кто ничего не делает, у того сердце мертвое. Сердце не чувствует. Все святые отцы говорят, что тот орган, который ощущает Бога, это сердце. Сам Господь сказал, блаженны чистые сердцем, так как те Бога увидят. Эти люди увидят Бога. То есть не интеллектуально. Интеллектуально невозможно Бога увидеть. Можно только узнать, как начать к нему ходить, идти как, да, как очищать сердце. А вот очищенным сердцем можно его почувствовать. Если человек не очистит свое сердце, он не увидит этого Антихриста. Он подумает, что это Мессия, как вот, допустим, иудеи. Они же из-за того, что ослеплены, они не узнали в Боге, во Христе, не узнали Спасителя, во Христе не узнали Бога. Представляете, убивая Бога, они думали, что служат Богу. То есть настолько ослепление было огромное. Интеллектуально почувствовали, не услышали, не увидели его. Христа, потому что он пришел в смиренном виде. Они думали, что он придет императором, царем всемирным.
Вот поэтому мирской, плотской человек, который материально думает, он будет Спасителя видеть, ждать в виде императора, в виде царя, в виде того, кто поработит там весь мир и объединит, да, сейчас. И даст всем благоденствие, и там, как говорится в Писании, мир, безопасность он будет обещать. И Писание говорит, Господь говорит, что когда будут говорить мир и безопасность, что сейчас нам говорят, да, мир и безопасность, для этого давайте биометрию вводить, потом начнут мир и безопасность, давайте чипироваться, чтобы везде была мир и безопасность, да, чтобы не было терроризма. Вот когда это будет, тогда наступит пагуба, Господь сам сказал в Писании. Вот. Да. Вот сейчас вопрос возник еще, вопрос, да? Не вопрос. Просто я хочу сказать, что если у человека Бог в сердце, опасна ли ему эта биометрия? Если Бог в сердце, то биометрия пока еще не опасна, если она не связана с отречением от Христа. Но вот на Западе уже биометрия связана с отречением. Патриарх Кирилл в одном из последних интервью вот что сказал. В одной из стран он не назвал эту страну. Помимо документов всех, которые надо собрать для получения гражданства, показывается ролик. То есть сначала биометрия вся собирается, а в конце показывается ролик. Якобы, ну, казалось бы, безобидный. Для человека недуховного это все безобидно, а для духовного понятно. Там показывается образ жизни западной страны, садомия, эвтаназия, там еще какие-то моменты, да, что это все легализовано. И для того, чтобы получить это гражданство, человеку надо нажать на кнопку «Да», в ответ на вопрос, согласен ли ты с такими ценностями. Признаешь ли ты такие ценности, как свои, собственные? Если человек называет «да», говорит, это фактически уже отречение. Пусть косвенное, но отречение от Христа. Потому что если он одобряет садомию, эвтаназию и другие мерзости, то значит все, он уже антихристианский образ жизни одобряет. Если он нажимает «нет», он уже не получает гражданство. Поэтому биометрия – это пока не отречение. Если это не связано с нашим вероисповеданием, пока еще не связано. Но это может в любой момент прийти к отречению, если нам будут говорить, что вот одобряете ли вы вот эти ценности или нет. То есть это может быть и косвенно. Многие говорят, что не будет это напрямую, да, что вот, ведь антихрист тоже не дурак, так скажем, да, не глупец. Он поймет, что сразу его раскусят, если напрямую спросить, отрекаешься ли ты от Христа или нет. Раскусят, да, а он в основном будет под таким, под благовидными предлогами, под соусом каким-то, все это подавать, под ложным соусом. С другой стороны, Парисий говорит, что вот эти всякие современные эти цифры, личный номер, коды, биометрия, все эти самые, да, он как падение он. Падением он. Падением? Он называл падением, преподобный Парисий. Да? Слово падение, да. А, ну да, то есть пока еще... Сейчас я потом осталось половина страницы. Ну, попробуем, да? Да, да. Приказа только ожидают. Приказа. Прикажут и придет. Сейчас двери уже открыты. Больше не стучат. Стоит в дверях и ждет приказа, то есть антихрист. Послушные времена сторонники антихриста и по улицам голыми ходить будут. Голым. Стыда не будет у них. Христианин нормально будет одет. Поэтому узнают его и начнут преследовать. Такое время наступило. Будьте осторожны, дьявол не совратил Адама, а Эва совратила. Тогда одному верующему яблоко. Отец говорит, потом одному верующему яблоко. Просто дал. Тот сразу сел, без сомнения. Старый быстро сказал, как легко погубить себя. Даже если ангел подаст, тоже перекрестить. Старый Гавин говорил, размножился грех Содома и Гоморры среди молодых, считающих себя мужчинами, начали шелки носить. Некоторые длинными волосами на женщин походят. Женщины же на мужчин. Брюками. А головному говорю вообще не приходится говорить. Кто-то в гадании в волшебстве проводит время, кто-то в развлечениях,
Ноги увлечены за дьяком и остроумией, которая только на природу действует, а не на свободную волю человека. Кто-то ходит с предсказателем и заговаривающим. Из-за всего этого старец Гаврил очень переживал. Опечаленный он повернулся к присутствующим и продолжил. Мужчины превращаются в женщин, а женщины в мужчин. Сейчас такое время наступает. Очень сильно задуматься следует. В конце Господь Грузию три семени просит. Первое, для мужчин. Не стыдятся того, какие они мужчины. Второе, для женщин. И стыдно им станет за то, каковы они. Третье, страх Господень обрушится на народ. И тогда поймут, что существует Бог. Слава Богу. Вы говорите, глава заканчивается. Да, очень интересно, да. Очень интересно. Немножко поверните, пожалуйста, немножко поверните в бок. Ага, Давид. Так. Сейчас, да? Нет, нет, еще разверните на 90 градусов. Ой, а вы не получится, все, не знаю. Да, нет, это на стул, вот, все. Все, не дышите. Вот. Кстати, хорошо сказано в конце, вы заметите, три будет семени, да, это означает будет страх. То есть мужчины испугаются, они осознают, что они все-таки мужчины, да? Вот. Да, потом женщины тоже испугаются, они поймут, что они женщины. Кстати, это с чем связано? С тем, что сейчас нам пытаются навязать понятие гендер. Что такое гендер? Это вообще непонятно что. Аморфное полностью. А мужчина и женщина – это то, что дано Богом нам. Вот два разделения. Все, нет ни третьего, ни десятого, ни сорокового, как на Западе. Вот. И поэтому нам надо осознать, что если нас пытаются превратить в каких-то, знаете, зомби-роботов, да, каких-то биороботов, если мы не осознаем себя в первую очередь христианами, а во вторую очередь и воинами. Кстати, вот сегодня праздник наш, и пусть это даже советский какой-то корень имеет, но тем не менее, так как у нас другого нет, я всех мужчин также поздравляю с Днем мужчин. Все-таки пока мы не вернулись к Дню Георгия Победоносца, да, когда встречали наши деды, праздник настоящих мужчин, то да, нам все равно надо защищать отечество, но самое главное защищать свою душу. Тогда мы сможем защитить отечество наших женщин, наших матерей, наших сестер, братьев и так далее. И также женщины, да, должны осознать, что они матери, что они немощный сосуд. Говорил Иоанн Златоуст очень сильные слова. Он сказал так: «Дайте мне христианских матерей, я переверну весь мир». Святитель Иоанн Златоуст сказал, потому что кто нас воспитывает? Бабушка, мама, да? Вот, то есть это надо осознать нас, что мы мужчины, что есть женщины. И самое главное, что нас объединяет всех, это Господь Иисус Христос. Потому что в нем нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного. Но одна тварь, единая тварь во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот, то есть мы все равны перед Господом, и Господь нас обязательно принимает, если мы имеем страх Господень, если мы имеем веру. А страх Господень — это что такое? Это же не то, что... Это вначале, да, человек всего боится, согрешить боится, а потом страх становится таким, что человек боится оскорбить любимого Бога. Он как сын, любящий сын, любит отца и боится даже... взглядом, даже шорохом, даже каким-то ненароком его оскорбить просто, любимого отца своего. Вот какой страх. Вначале мы не бросили, да? Да. А вначале, конечно, мы должны хотя бы испугаться. В основном люди пугаются хотя бы чего? Катаклизма, катастрофы. К сожалению, мы сами себе горящие угли на голову насыпаем. И все старцы, все святые отцы говорят, что мы сами своими грехами приближаем апокалипсис. А особенно если мы сильно грешим, мы приближаемся намного сильнее. Вы посмотрите, что, до чего дошел мир. Вот недавно было голосование в ООН, и еле-еле набрали большинство голосов Россия
Латинская Америка, Африка, Азия, для того, чтобы признать все-таки брак в традиционном понимании. Еле-еле, две трети за, а треть против, некоторые воздержались. То есть пока еще вот это удерживает. Если уже и это все признается, то есть признают однополые отношения полноценным браком, то все, то все. Вот это будет тот тормоз, когда весь мир уже под откос пойдет и будет гнев Божий, как святые отцы говорят, что в Третья мировая будет истребительная война. Это и Паисий Святогорец говорил, и Иосиф Ватопецкий говорил, многие современные отцы. Да, для истребления будет, да. Да, вот. Не для покаяния. Не для покаяния. А почему? Потому что не хотят люди каяться уже. То есть все, кто хочет узнать о Христе, он сейчас узнает. Интернет для чего, кстати, Господь попустил, да? Там, конечно, мерзости больше, но еще и есть положительное. Вот сейчас мы интернет используем, да, для того, чтобы просветились наши души. Но мало людей используют. Да, да, да. Да. Но очень мало людей пользуются интернетом, чтобы просветить свои души, чтобы о Христе узнать. В основном, наоборот, занимаются... узнают о разврате, узнают о магии, узнают о колдовстве, каком, о каких-то оккультных вещах, там, да, не знаю еще, о сектах о каких-то. Вот что самое страшное. Поэтому уже вот поэтому как раз война будет не для покаяния, а для истребления. Почему? Потому что люди закрыли глаза, уши, сердце, все каменное. Как сказал пророк Исаия, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Да? Он, бедный, проповедовал израильтянам в древнем Израиле, его почти никто не слушал. Пророки не хотели идти к этому народу израильскому. Сейчас также отцы, они не от хорошей жизни сами идут и бегут проповедовать, а потому что Господь их благословляет и говорит, что если вы не будете говорить, то кто дальше будет говорить? Ведь мы видим всеобщее молчание, к сожалению. Только его пьющие... Вот то, что вы просите, вот, когда ты говорил нам, когда не будет царя Грузии православного, ничего хорошего не ждется, потому что даже церковный собор невозможно без царя. Да, да, да. Чтобы собираться, чтобы поправить все, да, по правилам вселенским. У нас то же самое, у нас то же самое. У нас пока не будет царя, мы не объединимся. Вы посмотрите, да, к сожалению, мы видим то же самое. Сначала это войдет это безразличие мужчин и женщин, потом... Да, ну вот это уже программа, она запущена, мы это видим. Да. Вот. Давид, скажите, пожалуйста, ну мы видели вот фильм сейчас о том, как почитают преподобного Гавриила в Грузии. У него есть ученики сейчас в Грузии, именно из монашествующих, из епископов, из тех, кто может повлиять на ситуацию? Конечно, есть... Один самый такой духовный человек, монах Николай, который раньше был веромонахом, это послушник отца Гавриила, известный послушник, он во всем слушал отца Гавриила, во всем. И он на него великую надежду имел, и много-много слов про него он говорил. Есть в книгах разных. Этот монах уже 12 лет в протяжении сохраняет молчаливость. То есть он молчание находится, и только молится. Аскет такой, не спит на кровати, только сидит. Что кушает, что пьет, вообще неизвестно, потому что месяцами не выходит из келии. И у него не то, что одна келия, а отец Гавриил благословил нас скитами. Он поменял уже в течение 20-25 лет больше 50 домов разных. И помогает людям так. Притом еще и родственники не являют себя как святого, а наоборот, как грешного человека. Поэтому он в большом гонении, он сам оставил крест у патриарха, сказал, что священник должен быть святым человеком. А я недостойный. И оставил крест другим веромонахом. И на протяжении многих лет он так скитался. И недавно только вот состоялся
встреча с отцом Благовестия Николая нас поручил, мы встретились с патриархом, передали его желание уже вернуться вером, то есть восстановили ему сан, священнический сан, и по всей Грузии, кто верил в это, и кто знает, кто он такой, очень великую надежду мне возлагаем на его возвращение. Когда он уже будет говорить и проповеди говорить, и скажет нам, как нам спасаться, потому что отец Гаврил ни на секунду не оставляет по сей день. И он очень великие чудеса уже творит, Боги исцеляются, вообще отложенные, больные. И он очень, так даже, я помню, одна верующая говорила, когда мы старцу, по-моему, Вилли, если не ошибаюсь, старцу Вилли, по-моему, был, и спросил, или на уме Вилли, что вы в Грузии, у нас есть кто-нибудь старец? Конечно, если он ответил, а где он? Его можно видеть только на базаре. Так ответил. А оказывается, что отец Николай, как раз в месяц один раз, выходит из своей комнаты и идет на базар. И на базар там он влияет на людей, духовно ничего не говорит, порамкает. Допустим, даст, допустим, 500 рублей, если по-московски скажем, да, по-русски. Купит что-нибудь, чтобы маленький стоит 10 рублей 50, да? Что-нибудь, пакет или что-нибудь. А он же хочет отдавать обратно этот, остальные деньги. А он не получает, потому что нельзя. Как это нельзя? Ну, то есть, народ им подаривает эти деньги. Чтобы сейчас люди думали о священнике, а по-другому, не церковный, тем более, и на какой-то священник где-то землю собирают. А он, думая, родился на какой-то монах, и им дарит наоборот деньги. И тем более духовной благодати тоже дают через его молитвы и тайные молитвы, что он занимается там духовно. В общем, это очень великий у нас монах, который скоро станет Божьей помощью вера монахом, как раньше был. И тогда, вообще он говорит, что он видит только тогда, когда начнется очищение грузинской церкви. То есть, что мы там, что все провели, что освободились от экуменистов, всякие голуби, вся, что бывает, да, в грехах, чтобы очистить церковь, то есть, тогда он увидит. Да, я сейчас прокомментирую ваши слова, может быть, не все слышали. Значит, у старца Гавриила есть ученик Николай, который находится 12 лет в молчании. Он принципиально, ну, по Божьей воле оставил священный сан, ну, он не перестал, конечно, быть иеромонахом, но просто он не служил. Он скитался по благословению отца Гавриила, ходил там по базарам, да, там по, среди людей, но в молчании проводил это время. Сейчас пришло время, что он пришел к патриарху и, ну, или написал там, или уже, может быть, сказал, да, что он хочет вернуться к священному служению. И для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы начать проповедь в Грузии. Вот. Этот старец, он исцеляет уже людей, по молитвам его исцеляются. То есть это один из самых выдающихся сейчас таких духовников, проповедников, да, в Грузии. Да, молчаливый проповедник у нас. Молчаливый проповедник, да. Ну, кстати, да, это такие дары великие. Для многих и не нужно говорить, как к Антонию Великому иногда приходили люди и спрашивали, там долгие проповеди ожидали. А он говорил, ну, его укоряли даже, отче, а что ты молчишь? А он отвечал, если мое молчание ни о чем не говорит, то даже если я много слов скажу, то это тем более им не поможет. Вот, то есть... Видно, он рядом с отцом Гавриилом, на руках. Переверните, пожалуйста, переверните на 90 градусов, Давид. Да, вот. Так, видно. Да, да, вот он, да, его видно, вот, да, он с бородой, да, шапочкой. А сколько ему лет сейчас, Давид? Он это в молодости с Гавриилом, а сейчас ему где-то
Под 60. 60 лет. Под 60 где-то вот так. Да. Давид, расскажите еще о чем. Вот вы говорили, что преподобный Гавриил вам дарил икону. А, я подумал сейчас. Сначала расскажу, вот Василий Швец у вас русский такой протоиерей. Да. Василий Швец, он с отцом Гавриилом вместе на фотографии. Ага. И после этой фотографии отец Василий, когда посмотрел, когда напечатал, он сказал: «О, Гавриил, ты здесь тоже меня?» Это самое, Магдалены. Ага. На фото я выгляжу как святой, а ты как грешник. Интересно. Интересно, да? Да. Отец Василий Швец, кстати, Господь сподобил меня один раз увидеть. Он часто бывал в вашем городе. Он отошел к Богу сейчас. И вот, да, он сфотографировался вместе с преподобным Гавриилом. И сказал, что, говорит, и тут ты меня, говорит, одолел, преподобный Гавриил, говорит, я, говорит, выгляжу как святой, а ты как великий грешник. Сейчас я покажу маленькую иконочку. Вот это, Божий Матерь, это отец Гавриил преподобный. Да, да, да. А какая, это Матушка Божия Ильевская, да? Иконочка. Божий Матерь, Божий Матерь. Это Страстная, Страстная. Страстная, да? Матушка Божия. Скажите, пожалуйста, вот еще о чем. Он приходил к вам в гости, да? Как это было? Да. Как это было? Вы здесь, в этом доме жили или в другом? Нет, я тогда в другом не жил. Ну, там было такое, что когда кое-что рассказал, там какие-то вещи говорил, не изменились, почему он такие вещи говорит, да? И через много лет живущий, один человек, живущий дома, все повторил то, что он тогда говорил. Mm-hmm. То есть его духовное положение он годами раньше показал нам. Mm-hmm. И тогда не поняли, почему он так поступил. Mm-hmm. Да. Вообще, знаете, что вы говорите, говорили, больше лучше всех нам расскажет тогда отец Николай, который духом уже он не простой человек, уже он очень обогатил себя Святым Духом, так сказать, благодать Божией и присутствует, но благодать это видимо, это видно уже, потому что люди, которые приходят к нему, да, издалека увидишь его. Ты уже находишься в радостном состоянии или плачевном, потому что будешь плакать за свои греха, или что-то думаешь, хочешь ему передать, потому что так все много с ним разговаривать. А у него потом это будет зима с какими тяготами, с какими на что его пришел там, да? А он уходит уже, и все эти зима поправляются у него. То есть этот человек безмолвно прямо помогает всем. Да. Потому что он, видимо, все знает, ну, что мы думаем, как мы жили раньше, как мы должны поступить в будущем, то есть уже владеет материей, понимаете, вот совсем, потому что я помню, когда мы вместе ходили, раньше мы моим духовником, 20 лет назад, еще раньше, на выставке ходили, он мне говорит: «Давид, видишь, какие святые люди идут к нам, вот, навстречу, когда мы ходили». Я говорю: «А помни, ну, ты говоришь вообще, Николай, вот на проспекте Руставе что, люди ходят, музеи что ли, вот эти?» Да, 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 то есть у него уже тогда было расположение, то есть он сам был в таком расположении еще тогда духом, уже всех, во всех людях видел святость и все хорошего, понимаешь, сам был таким. А после столких скитаний, после столких молчаний, молитв, с трезвением, плачем, как его сегодня, вы можете представить? Да. А получается, вы что... представить? Вот да. Это, отец... А он нам расскажет как раз тогда и все, потому что он достоин говорить про него. Там и все, грешные люди недостойные, и лучше, чтобы наши зима поправили.
Давид, получается, что Николай, отец Николай, был вашим духовником до того, как молчание ушло? Да, 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 и мы все время там ходили на литургии. Даже, кстати, я помню, 20 лет тому назад вот на литургии Господа умолял, что Господи, даруй нам православного царя. Сейчас никто об этом не просит, только президент молится. А он еще тогда просил. Нет, здесь был Василийский митрополит, который недавно в Перцениях внес эти слова, специальные там академические слова православные такие, старые, как просит Господа удостоить народ православного помазанника Божьего царя, чтобы он возглавил народ в духовном преспирании, ввел его к Христу, в общем, повел по стезям Христа. А не по масонским, не по этим европейским, да всякими путями, да. Американскими, да всякими, там, чужими, Господь. Да. Понимаете, да? Да, да, да. Давид, да, вот такое дело. Скажите, это молиться, да. А кто из известных людей еще посещал преподобного Гавриила? Вот кто из известных людей советовался с ним, окормлялся у него? Ну, если скажем, известными будем считать тех епископов или митрополитов, которые сегодня служат, многие из них стали по пророчествам отца Гаврила. Он молодым людям говорил кому-то, что ты будешь епископом, кому-то говорил, что тебя нельзя делать епископом. И один и второй потом стал епископом, потому что да, один и сейчас против Гаврила говорит что-то, а второй, конечно, будет его и понимать, о чем он стал вообще епископом, а пою молитвам. Они тоже для меня известные люди, кто, кого Господь знает. А то, что это в искусстве или в спорте, ну это понятно, но таких мало. Таких мало, он простой мир, и более простые люди искали пути Господня тогда. В основном люди занимались хвалением себя, что их хвалили, их хлопали, им давали медали, ордена и так далее. А давно более, ну, скрывался за свою благодать, он скрывался от всех и вся. Но я помню там один режиссер, который в России Багратион играл, да, он хотел, чтобы я снимался у него в главной роли, я отказывался от него, но он не переставал, а потом с Святомом хотел снимать фильм. И потом я подумал, что он хоть с камерами за фильм не отошел этот человек, и я сказал ему, что тебе надо идти к Гаврилу, что он скажет, что и сделает. Пошел он к Гаврилу, и он снимал «Лицейство» тогда, пока из Америки не появились последние снимки, видео снимки отца Гаврила. Таково было вот это снимок, когда крестным ходом отец Гаврил вокруг света старые груди Захита Господа в Санта-Войском, Санта-Войском женском монастыре с монахинями крестным ходом ходил вокруг храма. И этого снимал вот этот режиссер. Да. И он там ему устроил какие-то сцены даже, потому что он ему говорил режиссер, что вот отец Гавриил, когда я буду снимать сцену, когда преподобный Гавриил грузил на фоне Иверскую икону вратарницу, пешком пошел на воде, на море и взял его, вот этот роль хотим, что ты играл, говорит. А он был святым покровителем отца Гавриила, тот преподобный Гавриил Афонский, грузил. А отец Гавриил ему поюродствовал и сказал, что Божий вопрос, как это? То есть он обещал, что мы положим тебе доски, что ты мог на пешком ходить на воде, говорит. Он говорит, ты что говоришь? То если я пойду так прямо, для чего Гавриилу доски на воде? А он вообще побоялся, говорит, еще что-нибудь говори что-нибудь. Он так резко с ним поговорил, что по воде пойдет пешком, ну побоялся просто, да. Интересно, да. То есть его просто немножко плоховато динамик у нас работает, один почему-то. А значит, хотел сказать, что его хотели снять в фильме, который, значит, иллюстрирует, как преподобный Гавриил Грузинский
ходя по воде. Махал то ли его снимать, или махал то ли вообще не снимали. Никогда на том сторону не смиряли его. Да, Давид, а вот сколько вообще видео существует с ним? Я в интернете нашел только одно видео, которое было в фильме «Диадема старца», которое мы сейчас посмотрели. То есть прижизненное видео у него много было или мало? Вот и... Нет, это единственное. Вот я единственное, как о чем мне говорил, просто ход. И второй, вот где парит женщина, да, там. И один с Гаврилом там улица, там руками там. Это мы видели, там, это мы видели сейчас. Вот, да. Еще одно видео это есть. Это единственное. Единственное пока что тоже ничего нет. «Окрестный ход» это незадолго до смерти вы снимали, да? Это вы снимали? Нет, 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 это был американец. Который собирал фольклор и песни Грузии. А, ну понял, понял. Хорошо. И этот ансамбль там такой в храме, и Гаврил сам вошел в кадр, да, да. И иначе никто не упросил его, он не соглашался бы сам. Но это он подарок сделал верующим. Он вошел в кадр, и все, что видите там. Ага, ага. Да, да, мы видели в этом фильме. Я слышала о том, что было такое чудо, что вот кровь отца Гавриила не сворачивалась и оставалась очень долго, ну, как бы и сейчас, по-моему, это есть проверка. Да, вот одна из сестер спрашивает, было такое чудо, что его кровь не сворачивалась, да, и хранилась где-то в проверке? Да, да, вот здесь, видите, вот кровь вот здесь, вот. Ага. Это его кровь, которую взяли перед смертью. Он даже упал, разбился, а потом, что остался, из него делали там анализы и так далее. Через год у них было в этом тумбочке или где-то там. Это ну, кровь не сворачивается, как обычно, обыкновенно весь человеческий. И, кстати, также есть кровь отца живого Николая, да? Нашего, угу. Да, тоже не сворачивается, его кровь. И ученик его, Гавриил. Ученик, да, да, да. Давид, расскажите о своих чудесах. У вас наверняка тоже какие-то чудеса были, связанные с преподобным Гавриилом. А о чем вы можете сказать, конечно? Может быть, нельзя о всем сказать? Ну, что было, я таких чудесах не буду сейчас что-нибудь говорить, особенно, но одну скажу, что однажды он меня взял в келье и дал возможность выразиться. Там он вопрос не отвечал, там другие люди тоже были, да? То есть он мне давал возможность говорить о православии, о разных темах. Он спрашивал и отвечал. И иногда он меня в тупик это самое ставил, потому что выше больше этого у меня уже не было. А то это там всегда. И сказал потом, что пришел камень, встретил железо, то есть, да? И этим, в конце концов, давил меня до того, что я понял, что мирской человек, мирской, он не должен войти в сферу в осуждении и обличении священных сан, священников. То есть нам нельзя осуждать священников, правильно? Нам, мирским людям, да. Я говорил. Потом он мне дал знать, что вы, а потом я сказал, а если я был бы священником, спросил. Uh-huh. Он тогда сказал, что аз гзис, то есть 100 000 умножи на 100 000 раз, когда ты мог бы делать все это. Uh-huh. Понимаешь, да? То есть надо знать свое место, да, так скажем? Да, он сказал, не входи в океан глубже. Акули проглотят. Ну, понятно. И тогда я понял, что в последние времена, когда у меня завтра мой эфир по телевидению, там трехчасовый прямой эфир перед Грузией, где я должен говорить о Бате Гаврииле более внятно, потому что на грузинском у меня лучше получается, конечно. И рассказать все,
потому что сейчас идет против борьба против нашей церкви православной и всех зеленых и незеленых грехах обличают патриархов, епископов, митрополитов, всех, как будто сами они не грешные, да, люди, народ. Вот в этих случаях как надо вести себя мирянину? Об этом все написал отец Гаврил, у меня это подготовлено на грузинском, это текст, и завтра я в Божьей помощи буду жив-здоровый, угодно будет Господу, я буду научить наш народ, чтобы он не перешел к ране против духовенства. Да, очень важное у вас выступление завтра. Помоги Господу. Да. Молитва да. Матушки Божией, преподобного Гавриила. Спасибо, Господи, да. Выступление на телевидении. На телевидении. Сейчас продолжим. Ну, это мое телевидение. И в этом эфире я как ведущий с моим другом, вместе учредителем этого телевидения, мы оба будем выступать. Угу. Ваш канал называется ДРО, время, да? Ваш называется ДРО, а сейчас как канал качества, то есть или голос народа. Голос так. Народа. Скажите, а вас в интернете можно смотреть, слушать, да? Ну, в интернете можно, но мы же на грузинском выступаем, да? Надо, конечно, какой-то перевод. А есть идея насчет перевода, чтобы были какие-то русскоязычные? Титры. Ну, это надо, чтобы на это надо выделить какие-то финансовые вопросы. Да. Да, ну, у вас тоже проблемы большие. Гонения на церковь есть, да, вы говорите? Прям гонения, да? Конечно, да. Потому что эти организации разные европейские, в Грузии открытые, они деньги дают грузинам, чтобы они против церкви действовали, говорили и влили яму. Угу. То есть ситуация глобальная. Вот видите, мы думаем, что у нас тут в России, да, какая-то компания, настоящая компания. Вот, кстати, мы, Бог даст, будем на зимней школе говорить, вот 26 числа, о компании против церкви, которая имеет глобальный характер. Во всем мире это идет. То есть не надо думать, что наши священники якобы самые плохие, самые худшие, они везде такие представляются. Везде, во всем мире такими представляют священников, епископов, монахов, да. Есть, конечно, действительно там, да, какие-то недостатки, но из мухи слона делают, это очевидно. Чтобы людей совсем отвратить от церкви, от веры и заставить не ходить в храм. Ну, сейчас нам большой мудрость и любовь надо проявлять. Да. Раскол или в Великой Церкви где-нибудь там было. Да, то есть ни в раскол, ни в ересь там нельзя впасть. Хорошо, да, это да, правильно. Да. Отцы говорят, что между вот этими двумя крайностями нам надо идти потихоньку. Еще какие вопросы? Да. Уже прошло полтора часа, люди устали, наверное. Ну да, сейчас мы заканчиваем, Но мы вас так просто не отпустим. Сейчас. Да. Еще что-то? О последних временах? Ну, вроде он все уже сказал, да. Там уже и так, в принципе, дальше что? Дальше уже только приход Христа. То есть глобальное. О войне он говорил, да, старец? Отец Гавриил говорил уже о войне, да? А третья мировая? Да. А именно, то, что сейчас не помню. Да. Именно о третьем. Третья мировая. Ну, о третьем многие святые говорили уже. Да. Что добавилось там. Да. Еще какие вопросы, мои хорошие? Устали, да? Да. Ну да. Все, тогда. Я извиняюсь, кстати, за то, что динамик лучше. Один динамик умер, а второй я не взял, второй комплект. Поэтому у нас из-за звукоизвлечения проблемы. Хорошо. Все. Благодарим Господа, отца Гавриила и моим главным братьям и сестрам,
на молитву за грешного Давида. Дай Господь, чтобы битву ушли по пути. Спасибо, Господи, вас, Давид. Мы вас обнимали. Спасибо. Вот, спасибо. Все, спасибо. Смотрите, смотрите, вот спасибо, вся наша аудитория вас благодарит. Спасибо, Господи. Боже, Господи, все. И чтобы у нас была Пасха радостная. Да. После многих дней поста, молитвы, покаяния, молитвы, радостная Пасха была у вас. Да. Можно уже сказать, я думаю, всегда это можно. Христос воскресе! Христос воскресе! Давайте, ангела-хранителя вам! С Богом, мои дорогие! С Богом! Спаси Господи вас за встречу! Спаси Господи! Ну вот, все, я думаю, да, мы закончили. Извиняюсь, еще раз говорю, что с колонками тут проблема возникла, да? Вот, да, вот сейчас мне вот сестра напоминает, сегодня день памяти архимандрита Кирилла Павлова, защитника Сталинграда, почившего в прошлом году. То есть в прошлом году, в этот день, год назад, отошел архимандрит Кирилл. Царство Небесное, упокой его душу, Господи. Давайте молиться, и потом в конце я призываю вас, тех, кто хочет посещать наши мероприятия, написать свой электронный адрес или телефон. Я смогу вам делать рассылки. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Господи, благодарим тебя за твое благословение на наше общение. Пресвятая Богородица и святой преподобный Отче Гавриил, молите Бога о нас. Можете просто электронный адрес или... Да. Так, извиняюсь. Все посмотрим, скажи, я плачу. Его не было, я плачу. Ну, образно говоря, но жалко, что мы... Хорошо. Да, любовь. А кто стоит? Ну, а мы не знаем,